Так прет. Да, кстати, ты не забыл, завтра мы с тобой идем на хоккей. Надо уже пошевеливаться с билетами. Не, я не могу. Я веду Лори в ресторан. Нафига? Ну как, у нас завтра дата, 4 года. Ну, офигеть, класс! Вот скажи мне честно, тебе не кажется, что она захочет чего-то особенного? Чего, анала? Да нет, блин, круглой золотой штуки на пальце. Да пошел ты! Ты с ней 4 года, Джонни, а со мной уже 27 лет! Где мое кольцо, а? Где мое кольцо? Ах ты, подлец, где мое кольцо, суки ты сын? Даешь кольцо на мой махтанный палец? Ладно, все, отцепись, ну хватит. Я как дебил. Неправда, ты как директор. Неправда, я как бухгалтер Винни-Пуха. Да брось, не так все плохо. Джон, таких как я дарят детям перед тем, как сообщить, что их бабуля померла. Слушай, не кипятись ты, а? Тебе нужны деньги, чтобы платить за квартиру. Да не хочу я работать в магазине. Но ты же ничего не умеешь. Здрасте, я могу быть классным адвокатом. Устроишься, и мы это отметим, ясно? Ага, а если я не устроюсь, мы все равно выкурим косяк, правда? Вероятно, да. Ага, ладно, понял. Спасибо, что подбодрил тренер. Вперед, дружище, порви их. Не волнуйся, я сделаю все, чтобы получить работу своей мечты. И какие же у вас навыки? Знаешь, какие навыки? Навыки твоей жене вставлять. Раньше со мной никто так не разговаривал. Потому что все были сильно заняты, вставляли твоей жене. Ты принят. Черт. Так, держите. Большое спасибо. Приходите снова, у нас еще много продуктов. Эй, Эллен. Да? Это кто такая? А, это новая кассирша. Не знаю имени. Вроде ничего. Да вполне себе. Я бы кое-что с ней сделал, за что меня и зовут грязным мишкой. У меня должны работать три кассы. Да что же это такое? Ты вступил в половую связь с коллегой на куче продуктов, приготовленных для продажи? В пятницу я трахнул ее морковкой, а потом продал морковку семье с 4 детьми. Это смело. Нам нужны смелые. Я тебя повышаю. Ты б сходил к психологу, что ли? Спасибо, что спасли каждого из нас. Да не за что. Да, он узнал цитату. Ну что, напьемся? С вами? Боже мой, да, без вариантов! Да, конечно, да. Вперед! Спасибо, Флэш. Это тебе, друг. Спасибо. Смерть Мингу! Да! Ну что, вы вроде нормальные ребята. Продолжим. Кокаин, что ли? Да ладно вам, не говорите, что вы не пробовали. Да, что-то в последнее время нет. Я думал, его нюхают только во Флориде. Тогда идите за мной. Вперед. Джонни, мне страшно. Отожжем, как в 80-е. Научи нас, Флэш! Легко. Надо подснимать девушек по имени Стефани. О, Джонни, меня адски прет. Давай скорее делать всякую фигню. You and me, we've come from different worlds. You like to laugh at me, when I look at other girls. Если мы всерьез собираемся открыть ресторан, надо уже сейчас решить какой. Итальянский. Точно, итальянский. По вторникам блюдо от шефа. Баклажан с пармезаном. Летний салат за полцены. И вход без ограничений. Да, что это значит? Прийти может любой. Конечно. Даже евреи. Ну да, почему бы и нет. Вот именно, и я о том же. Зачем тогда спорить об этом? Никто не спорит, всех пускай. А зачем вообще говорить? Без разговоров. И чего мы в это вцепились? Это ты вцепился, а я говорю, пусть идут. Да, пусть идут. Правильно? Да. Хорошо. Отлично. Но не мексиканцы. Sometimes you're crazy and you wonder why. Смотрите, как добили в 90-е. I'm such a baby, 'cause your dolphins make me cry. Well, there is nothing I can do. I've been looking for a girl like you. Поверь мне, я это умею. Да иди ты. Да пусть попробуй. Ладно, валяй.
Ах ты, тварь! А чего ты меня слушаешь? Я ж под кайфом. You look at me, you got nothing left to say. I'm gonna powder kill until I get my way. Эй, громобратик, есть отличная идея. Напьемся и пойдем отольем на машины с моста. Да ладно, я же не такой отморозок, как Питер Гриффин. I won't dance, you won't sing. Вообще все песни 90-х можно петь глазками. Я же говорил, глаза Гарфилда похожи на сиськи. Ты был прав. Если ты сможешь пробить эту стену, ты настоящий Флэш Гордон. Ты что, серьезно? Я прошибу ее. Правильно, Сэм, давай! Сейчас.